Смотреть на вас или в камеру? Я не знаю ответ на этот вопрос. Это очень сложный вопрос, потому что над этим вопросом бьются лучшие умы сегодняшней России, и ничего путного не придумали, поэтому я думаю, вряд ли что-то могу придумать. Я еще в этом смысле человек крайне агрессивный с точки зрения того, что я считаю, что русский народ, он один из умных, мудрых, великих народов, который в состоянии терпеть огромное лишение, и это выделяет его из прочих национальностей, прочих народов. Плюс ко всему, он — это очень терпеливый народ, очень толерантный и миролюбивый, крайне ненационалистический, причем это не показная ситуация, то есть вот мы такие толерантные. Нет, это действительно внутри, действительно в душе. Все то, что сейчас происходит, даже то, что сейчас пытаются расшатать какую-то национальность, национализм какой-то, все равно это не получается. По-крупному это действительно не получается. Вот я считаю, что эти два великих понятия, как действительно внутренняя глубокая толерантность и крайняя терпимость ко всяким лишениям, в состоянии нам позволить завоевать весь мир. Вот как угодно так и думать на эту тему.